Всем доброго времени суток, с вами канал Art Money. И сегодня у нас видеообзор на вот такие вот декоративные камешки из фикс-прайса. Стоили они 55 рублей. Здесь вот этикеточка есть. Кому интересно, нажмите стоп и прочитайте. Так, используется в качестве наполнителя для ваз, цветочных горшков, декоративных интерьера и творчества и так далее. Ну, там уже кто сам что придумает. Так, ага, тут я заметила уже скотч. Давайте его попробуем открыть. И бывают они разные. У меня вот здесь осенний наборчик, желуди у меня там вот. Все, выезжает. Вот такие они симпатичные. Набор у меня осенний. Они пластмассы, скорее всего. Такой он прозрачный. Красивый. И большой желудь. Вот. Маленький. Немножечко они то ли грязноватые, то ли, наверное, терлись. Они терлись, вот они друг об дружку. Такие цвет прям медового. Черный мед. Здесь получается 4 больших, 3 еще желтых больших, даже он еще есть красные. Интересно, красные большие бывают или нет? Я особо как-то не обратила внимания, когда там брала. Как-то так взяла и взяла, выбрала там красивее, чтоб смотрелось. Ну, тоже красные. Наверное, должны быть еще красные. Просто, может, не попали, раз такие есть. Желтенькие. 4 желтых. 4 медовых. Коричневых. Хотя, может быть, и нет. Красных довольно много, мелких. И также листочки. С точки с одной стороны он ровненький, то есть его можно приклеить куда-то, а с другой стороны он рельефный, такой красивенький. Вот, там уже можно уже делать типа мозаики, наверное. Что-нибудь вот, если еще разрезать его, взять половиночку, будет довольно красиво. Что-нибудь такое, да? Можно какие-то картинки делать, их можно, допустим, положить в какой-то мягкий пластилин или глину, чтобы вот оно высохло. Высохнет, вот так вот он будет очень красивый, или даже без этого листочка, может быть. А большой можно положить где-нибудь тут. То есть, в принципе, довольно интересно. Я покупала, на самом деле, его для того, чтобы с ребенком заниматься. Нам нужны были вот именно большие, ну вот листочки тоже пригодятся, ну, может быть, да, и маленькие тоже, для мелкой моторики. Вот. Ну, они прям такие вот прозрачные. Через камеру, конечно, они не такие красивые, но в жизни они действительно, они очень красивые. Я теперь понимаю тех людей, которые покупали каждый набор и собирали. Мне теперь вот тоже захотелось каждый набор.
Они действительно красивые. Такие. Давайте их, наверное, знаете, посчитаем. Я очень люблю считать. Так, считать мы их будем, наверное, класть сюда. Давайте. Два. Девять. Тридцать. 30 штук. Четное. Это хорошо. Значит, у меня все. Потому что там написано... Там написано в граммах, поэтому я подумала, что, может быть, могли не доложить. Ну, тут 30 штук, это хорошо, меня это обрадовало. А напишите в комментариях, какие у вас, есть ли там желуди красненькие вот такие. Может быть, просто мне так попалось. Вот. Ну, не попался красненький. Попалось много маленьких красненьких, а большого нету. Напишите, сколько штук у вас. Напишите... Что вы с ними делаете? Вот, потому что мне вот только пришло в голову то, что можно с ребенком играть мелкой моторикой. Кстати, как мы будем с ним заниматься, будет отдельный ролик. На моем канале выйдет занятие с ребенком. Плейлист называется. В принципе, мы с вами их рассмотрели. На сегодня это все. Вот, смотрите другие ролики, влоги, как мы с сыночком живем, как у меня сыночек развивается, моему сыну 2 года и 3 месяца, как мы изучаем буквы, вот, как мы гуляем, как мы исследуем наш город, путешествия, видеообзоры на продукты из Фикспрайс, из других магазинов. Обязательно посмотрите, обязательно пишите комментарии. Я очень ценю каждый комментарий я читаю, по возможности отвечаю. Спасибо, что вы пишете комментарии, мне это очень нравится. Вот, и всем пока-пока, с вами был канал Артмания, подписывайтесь и ставьте лайки обязательно.